Привет всем, вы на Digital Photo TV. Сегодня я делаю обзор на Label Maker. Вот такая вот крутая штучка, которая делает выпуклые наклейки буковками на вот таких вот ленточек. Очень полезная штука и не очень дорогая. Это ручной вариант, есть разные электронные варианты. Это самый доступный, по моему мнению. Мне он стоил плюс-минус $20. Сам этот девайс плюс вот две ленточки. И внутри у меня еще одна ленточка. У этого девайса есть большой вариант цветов вот этого пластика. Очень много, так что есть что выбирать. И, конечно же, ленточки. Есть огромнейший выбор самих цветов ленточек, разноцветных. И есть также с металлическими оттенками. Есть золотой и серебристый. Давайте посмотрим на саму коробочку. Label Maker от производителя Motex, модель I101. Я заказал на AliExpress, на официальном магазине Motex. Разные вариации можно заказать. Я заказал сам девайс и вот такие вот две ленточки. Здесь еще одна ленточка. Есть еще, я видел вариант, где можно заказать сам девайсик и еще одно вот такое вот кольцо с маленькими буковками. Здесь вот видите большие. Производитель у нас Корея. И что здесь у нас написано? Значит, Label Maker I101. И вот такое вот колесо. Давайте со второй стороны у нас интересная информация. Это как у нас это все дело работает. Вот, и здесь чуть-чуть ручка выпирает, и можно проверить, как она нажимается. Окей. Открою, и мы запустим эту штуку. Посмотрим, как она работает. Так, вот у нас Motex. Я раскрыл коробочку. Так вот красивенько оно все выглядит. Здесь у нас ручка. Хорошо нажимается. Вот здесь вот написано, что что-то нажать, и как-то меняется колесо вот отсюда. Ну ладно, сейчас это не важно для меня, потому что ну, у меня нету другого колесика. Вот меняются вот так вот буковки. Я кручу это колесо и меняю буковки. Сделано хорошо, хороший пластик. Все это дело очень легкое. Здесь все пластиковое, это тоже пластик. Колесо пластик. Это лента, которая была внутри. Мне кажется, что здесь чуть-чуть меньше, чем то, что я купил, заказал отдельно, да. Мне кажется, чуть-чуть меньше здесь ленты. Окей, сейчас я сам разберусь, как сюда вставлять ленту, и продолжим. Так, разобрался я, как это делается. Это делается таким вот образом. Берем ленточку, открываем ее чуть-чуть, чтобы у нас была вот так вот в руках. Пронизываем в щелочку чуть-чуть, чтобы она зашла туда. Вот так вот не входит до конца. Мы то, что мы делаем, мы нажимаем чуть-чуть, и она начинается. Оп, захватывается и начинает туда проходить. Делаем не до конца, вот так вот, когда щелкает просто. И она туда затягивается. Вот, она выходит со второй стороны. Все, вышло. Мы готовы печатать. Так, эту всю штуку можно сюда повесить. Вот таким вот образом. Вот так вот. Я не знаю, видно ли вам. Но вот здесь вот можно ее повесить на такой крючок. Эту ленту.
Вот, и можно еще вот так вот чуть-чуть рукой вытянуть ее. При нажатии чуть-чуть вытянуть. И вот, давайте напечатаем Digital Photo TV. Так, я беру D. Вот у нас стрелочка стоит, какая буковка, D. И чтобы напечатать, я до конца сильно нажимаю. Вот. И следующую буковку. То есть есть у нас сильный клик, и потом чуть-чуть по такой не сильный клик потом идет. Г. Так, на камеру это не очень удобно делать. Дигиталь. Так, я не вижу здесь пробел. Пробел, наверное, делается просто вот так. Да. Я сделаю два пробела. О, нет, я забыл H. Ну ладно. Все, обрежу здесь. И отрежу. Для того, чтобы отрезать, нам нужны ножницы. И ножницы. И, наверное, можно вытаскивать. Вот, друзья, что у меня получилось. Ну, я вам скажу, что надо потренироваться, чтобы это нормально, красиво выходило. Здесь я понажимал, наверное, просто. Окей, ну что, друзья, я вам скажу, что да, надо потренироваться, чтобы начало выходить неплохо, вот так вот. Посмотрите, что у меня вышло. Я вот сделал не на камеру. Вот так вот, намного лучше. И вы видите, вот здесь вот, конечно, плохо. Наверное, надо ее вытягивать чуть-чуть руками. Мне нравится. Неплохо. Надо тренироваться, и будет все... Окей. Так, теперь я обрежу эту ленточку здесь, с этой стороны. Это вот два клика я здесь сделал. И вот такой довольно широкий у меня пробел. Пробел делается вот так вот. Очень просто. Так. Кстати, я хочу сказать, что эти ленточки очень такие... крепенькие, это вот какой-то пластик, очень тоненький пластик такой, очень хорошо. Так, теперь я отклею, попытаюсь. Да, я еще пытаюсь. Вот у нас, я попытаюсь вам показать, вот так вот выглядит. Здесь у нас липкая с этой стороны. А это мусор. Я возьму и приклею это на жесткий диск. Первоначальная наклеечка не самая суперская, но вы знаете, мне это нравится. Неплохая такая выпуклая штучка, наклейка. И мы видим, что это вот такие вот какие-то здесь вот по бокам белые черточки. Я не знаю, если это так должно быть. Ну, вот такой вот пластик, не знаю, сейчас посмотрю, секундочку. И мне кажется, это из-за этой ленты.
Я взял ленту, которая идет, вот видите, по бокам у нее какое-то белое. А ленты, которые я заказал, отдельно. Вот, у нас темнее, да? Очень может быть, что это из-за этого. Неплохо, я думаю, для начала. Так, я еще хочу вам показать, как менять колесо, если вам надо будет поменять на другие буковки. Итак, есть у нас вот такая штука. Ее мы должны нажать чуть-чуть. Когда мы начинаем нажимать, оп, вот это вот, видите, выскакивает чуть-чуть вперед, и мы ее вытаскиваем. Ну вот она. Мотекс. И можно уже вытаскивать колесо. Вот у нас колесо. Вытащила. Вот так вот он выглядит внутри. Угу. И так у нас все выглядит внутри. Интересно. Так, ладно, я все соберу. Попробуем, если я смогу все собрать обратно. Так, и смотрим. Вот так вот мотекс. Должен быть вот так. Да, все работает. Итак, все очень просто. Мне понравилась эта штука. Мне надо еще тренироваться над наклеечками. Я, наверное, закажу еще несколько таких вот разноцветных. Они стоят примерно от 1 до 2 долларов. Вот такая вот ленточка. Точнее, вот такая. Вот и все, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, есть много что посмотреть интересного. И я думаю, что я еще сделаю обзор на разные наклейки, когда научусь хорошие наклейки делать без вот этих вот косяков. Спасибо за ваше внимание. Вы смотрели Digital Photo TV. Это был Motex с AliExpress Label Maker. Пока-пока.